Крайне плохо я оцениваю работу оппозиции в этом году. Вы понимаете, дело не в количестве проведенных митингов, а дело к тому, в том, к чему вы хотите пойти в итоге. У меня такое ощущение, что наша оппозиция сама не знает, что она хочет получить в итоге. Но вышли они на митинг, собрали 100 тысяч рассерженных москвичей, сказали: «Путин, уходи, Путин, уходи». Собрались они раз, два, три, четыре, пять. Хотите центр, пожалуйста, хотите перекрыть Садовое, да пожалуйста, прошлись. Кто ушел? Путин на месте, выборы не отменили, даже Чуров, глава центра избиркома, и тот сидит на месте. Какая цель оппозиции? Вы понимаете, что вот на Западе люди собирают митинг, потом устраивают забастовки, потом акции неповиновения. А у нас что оппозиция делает? Ну, если это отчет перед спонсорами и занимание там самоличным пиаром, то все понятно. Если это просто митинг, вот и шествие ради шествия и митинга, ну и что? Но проводите их еще 50 лет, ходите, пока у вас там они не превратятся в стратегию 31 и там митинги несогласных 300 человек. В чем суть-то? Люди уже перестали понимать, зачем им выходить туда. Они не предлагают дальнейшую повестку. Что дальше? Сколько еще будем просто ходить на митинги с одним и тем же? Ну, дождемся, что никто не выйдет. Поэтому отрицательно я оцениваю оппозицию. Ничего они придумать не могут. Это, знаете, как вот мне напоминает яблоко. Мы завтра выйдем на митинг, а если они нас не послушают, мы перейдем к жестким действиям. Соберем пресс-конференцию. Ну, молодцы, собирайте. А как показала жизненная практика, что одну Манежную площадь власть слушает больше, чем всех пиздоболов из Думы, извиняюсь за выражение, за все время.